переключить мировое сообщество с того, что происходит в секторе Газа, где гуманитарная катастрофа, и многие уже специальные докладчики Совета ООН по правам человека говорят о геноциде. Переключить внимание вот на Иран как на угрозу. И Ирану приписывать хотят в том числе и атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает МАГАТЭ. Иран самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия. В Иране существует закон и даже фетва. Это фетва. Приказ, осуждение, заявление, постулат верховного лидера о том, что это в Иране запрещено. И Ирану совершенно не нужно сейчас заниматься этим. После того, как состоялся ответ Ирана на неприемлемый удар по консульскому учреждению иранскому, где погибли люди, и Иран ответил вот позавчера, были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами, и мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшие нарушения международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет. И все специалисты, практически все, именно так расценили реальный ответ Ирана. И, судя по всему, таким же, надеюсь, что я не ошибаюсь, таким же был очередной ответ на ответ, который Израиль осуществил вот по объектам в Исфагане.